сегодня мы будем делать интересные опыты. Андрюша! Да? Первый опыт у нас будет вулкан. Будет у нас извергаться. Так, мы наливаем водичку. Добавляем красный краситель. Я не близко. Смотри, как я. Смотри, как я. Так, давайте моющее средство добавим. Добавляем соду. У нас есть соль. А теперь мы наливаем уксус. Полилась. Как вам понравился? Да. Наш вулкан. Ну, давайте следующий делать. Да. Следующий наш опыт называется насос и свечки. Начинаем? Да. Зажигаем. Пошёл! Андрюш, только... Наливаем водички. Что происходит? А теперь мы закрываем. Опа! Зачем ты там за вода, мама? А вот теперь смотри, что происходит. Смотри, вода поднимается. Опа! Наша свечка поплыла. Смотри, вода туда всасывается. Покажи. Когда мы накрыли нашу свечку стаканом, свечка потухла, воздух внутри стакана остыл, и поэтому давление уменьшилось. Вот вода из тарелки стала всасываться внутрь. Знаешь, как у нас получилось? Мам, еще можно? Можно. Я еще хочу, мам. Можно открыть? Открой. Опа. Вау! Классно! Классно! Давай еще раз. Андрюш! Андрюш! А будешь сам? Смотри. Не, я уже не буду. А я хочу. Андрюша! Накрой стаканом. Накрывай. Не, Таня! Накрывай свечку. Потухла! Потухай! Опа! Андрюша, подожди! Андрюш! Все, воздух вышел. Свечка даст. Вот такой вот опыт. Следующий опыт у нас будет с молоком. Мы будем рисовать на молоке. Да. Наливаем молоко. Я хочу попить. Вкуснятина наша. Я хочу попить. Так, капаем красители. Так, следующий. Синий, да. Я забыла. И красный. Вау, что получится у нас? А теперь берите палочки, макайте сюда. Держи, это Яндрюш. И сюда. О, смотрите, какая красота. Вау! Какие узоры, а? Вы прям художники у меня? Да. Да. Вау. Вот, видите, это у нас жир расщепляется. О, мам, что ты? И получаются такие красивые рисунки. Вау! Ну, сделай вот так. Вау, вау! Серый, смотри, какой мокрый. Ага, какой грязный получился. Да. Мамуш,
О, смотри, какая у нас красота получилась. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Саша и Андрей. Всем пока!